Я сегодня со своими одноклассниками еду в Кёнгджу. Это другой город вообще. Мы едем туда в парк аттракционов. И надеюсь, что у меня не умрет телефон, и я засниму все это. Но сейчас я встречусь с парочкой своих одноклассников. Мы пойдем или поедем, не знаю, до автобусной остановки. Там сядем на автобус и поедем до Кёнгджу. А там будет парк аттракционов. У-ху! У нас это, наверное, традиция уже. Уже второй год мы ездим. Но в прошлом году мы ездили в парк, который был недалеко от Пусана, но и мы хоть и собирались в этом году тоже в него поехать, но он закрыт по понедельникам, так получилось, так что вот, мы и решили проблему, найдя другой парк, да. Так что, пожелайте мне удачи, чтобы у меня телефон не сел и чтобы я все вам записала. Ты меня смотришь, потому что я снимаю. Ну ладно, я снимаю это для вас. Короче, мы на станции. Наш вагон приедет. Сейчас поедем. Да. Сейчас пойдем, наверное, перекусим и поедем до парка. Что ж, мы зашли в парк. У меня теперь эта штучка есть. И я забыла свою карточку ID со школы, поэтому надо было покупать дороже билет. И вообще, мне нужно будет сдать скидку, потому что я типа не кореянка, но мне меня не поверили. Я милашка! Я ее научила. Так что да, мы зашли, и мы сейчас пойдем на что-нибудь кататься. Я очень-очень счастлива, и в одно время я расстроена, потому что я платила больше, чем должна была, но что делать? Прикольно! Увидимся. Я вообще думала, что это будет очень маленький парк, но мне нравится. Байки! Идем на вот эту вот большую горку, сейчас я вся буду мокрой, но... Кто же здесь? Adam, come here. Show the people how wet you are. Mucho. Mucho. На испанском очень. Ей, это Субин. Айго. Мы катались на вон той вот горке. Я умная, я сидела сзади, поэтому я не очень сильно. Я, кстати, вообще, ну, на мне капельки просто, как бы. А сейчас я буду очень мокрая, мне так кажется. Ну ничего, на улице очень жарко, так что это будет, знаете, хороший refresher, что ли. Так что да. Как и ожидалось, и все мокрые. Это горка, она просто в воду заходит, как бы. Огромная. Я просто вся мокрая, вы не хотите это видеть сейчас даже. Это ужасно. Но это весело. Это просто ужасно. Сюда не лучше, но она весело. Лучше проводим время. Стою на солнышке, греюсь, сохну. Как-то не помогает, ну хотя нет, ладно. Волосы более-менее чуть подсохли, а так это плохо. У меня все шорты просто все мокрые. Это ужасно. Все было весело. Я не расстраиваюсь. Ребята там катаются, а вот уже они прикатились. Мы входили еще на один аттракцион. У меня голова просто вот так вот об сидушку, и голова теперь болит, поэтому я не хотела туда пойти. Они пошли еще раз. Потом пойдем туда. Сейчас мы постоим. О, господи. Вот эта хрень, короче, она там. Этот чувак, он включил эту фигню два раза. Два раза. Мы сидели, он такой, типа, давайте второй раз включу. Все такие, да, я такая, нет. Даже включил, и у меня голова сейчас болит. Прям жутко. Это ужасно. Это было ужасно страшно. Я думала, я просто умру там. Все умирают сейчас. Мои друзья.
нельзя пошли кататься, я не пошла, потому что слишком плохо себя чувствую для этого. Ой, бог. Мы сейчас покушали и посидели там 2 часа, потому что там было плохо. Сейчас наконец-то нам уже нормально. И мы идем кататься дальше. Айго, на улице очень жарко и очень много народу пришло. Так что да, будем пробиваться через вот эту вот хрень. Вот из-за нее мне было плохо. И это нам кажется, что она как бы нормально. Я уже каталась на таких, понимаете? Но вот именно вот это, она так быстро крутится. И там вот ты так подлетаешь просто ужасно. В общем, да, ребят. Это было ужасно. Мои одногодницы пошли на этот торнадо еще раз. Ненормальные. Мне от него плохо было, ужасно. Ой, я почти вся высохла, кстати. Ну, у меня только, правда, шорты немножко мокренькие, конечно. Это очень неприятно. И весь мейкап к черту. Что мы делаем? Не знаю. Но уже, кстати, 3 часа. Точнее, 2:30. И да, наверное, скоро поедем домой. Все будет хорошо, потому что я очень устала, если честно. Я не думала, что я так устану. Он не послушал нас. Да, Адам. Ты мой любимый одноклассник. Он с Америки. Они там все такие. Нет, я шучу. Say hi. Это хороший на самом деле. Да? Say да. 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 Not, not God. Да. Yes. Good. Мы решили пойти в такой маленький зоопарк, который тут есть. И там есть козленки. Воняет, конечно, ужасно. Уф, я ненавижу этот запах. Но прикольно. It's really bad. В общем, я, наверное, тебе не пойду, потому что я не люблю запах какашек. Даже тут воняет. Ой, гу. Ну что ж, я пока посижу тут, пока моя догадка сходит тут. Я ужасно устала, но мне нравится, как бы, тут все прикольненько. Если будете в Кёнджу, парк, в который мы пошли, называется Кёнджу World. Пробейте в гугле, если что. Ну, в общем, тут прикольненько, знаете? Ну, так. В принципе, на один раз ходить просто нормально. И не ожидайте чего-то большого, прям нереального. Просто обычный парк. Сходить можно весело и пойдет. Как бы да. Ну, мне нравится, по крайней мере. Сейчас, наверное, скоро уже пойдем домой. Я не знаю, который раз я это уже говорю в этом видео. Ну ладно. И еще 2 дня, и я улетаю в Россию. Я никогда так, наверное. Нет, вот этот год я очень рада этому событию каждый раз, потому что я встречаю мою семью и. Я безумно по ним скучаю, также мои друзья, мой молодой человек. И я очень рада, что наконец-то мы встретимся после 6 месяцев разлуки. Я ни с кем не виделась, ни с моими друзьями, ни с моими родителями, как бы вообще ни с кем знакомыми. 6 месяцев просто. И в этот раз это было очень тяжело как-то. Не знаю почему. Не знаю, да. Но, в общем, как-то так. Я сейчас... Посижу, отдохну, подожду их и опять в бой.
Надеюсь, вам нравится это видео. Хотя бы как-то информативно, не знаю. Ну а вы просили, вот, пожалуйста. И, кстати, насчет Q&A видео. Вы меня просите их сделать? Я вам их обязательно сделаю. Просто задавайте мне вопросы. Я кину ссылку внизу на обсуждение, которое есть у меня в ВКонтакте, в моей группе официальной. И вы все это сделайте. Я обязательно отвечу на ваши вопросы. Мне тоже нравится на них отвечать, поверьте мне. Так что да. Увидимся. You guys, come on. Эх. Давайте посмотрим, сколько это будет. How much is this? $918. Прикольно. Идем дальше. That's so cool. Wait, does it go the other way? Wow. Okay. Such children. Take your phone. No! Okay, film this. Скажем пока этому замечательному парку и пойдем дальше. Ребята хотят кататься на велике. Но Диана не умеет кататься на великах, в этом вся проблема. Так что я не знаю, что мы сейчас будем делать, но... Увидим! И какашка! Он какашка! Она какашка! Четыре какашки!